Все мы привыкли видеть с фестиваля современной хореографии красивую картинку с открытия или закрытия. Сегодня мы покажем вам немножко рабочих моментов, а именно закрытые показы. Здравствуйте! О, здравствуйте! Можно к вам? Не хочет. Не хочет. Говорю по-русски, не хочет. Дубль 3. Ребята, откуда приехали? Мы из Казани. Как вам Витебск? У вас достаточно прохладно. Неожиданно. Просто греемся, готовимся к выступлению, чтобы все было очень классно, и мы справились. Номер про комплекс холопа. О, Господи. Вырезаем. Как атмосфера вообще? Ой, волшебно. Что пожелаете участникам? Плохо работали, и мы выиграли. Дашь мне поесть хотя бы? Дашь ты мне поесть? Нет. Нет, то есть я не могу сказать, я атмосферу вот здесь только вижу, там, а там дальше около, тут рабочие. Ну, это хорошо, это правильно должно быть, потому что это сцена, это зал, это должна быть рабочая атмосфера. Сколько кофе ты уже выпил за эти, за этот третий день фестиваля? Много, очень много, ну, пачка две. Вечернее время, серость, слякоть, ты едешь, думаешь, завтра выступление, тебе в Модерн Балет или в Памфилово, ты думаешь. У тебя запись идет? Илья Мальцев, студия современной хореографии под руководством Дианы Юрченко. Здравствуйте. Добрый. Как ваши дела? Все хорошо. Хочу сказать спасибо вашему городу, хочу сказать спасибо Марине Геннадьевне, потому что это прекрасный повод собраться всей культурной, скажем так, и элитной хореографической молодежи, вот, и показать, что, так, что в Беларуси есть современный танец, вот, и то, что сюда приезжают столько людей из разных стран, это заслуга, в первую очередь, вашего многолетнего опыта. Давайте фоткайтесь уже быстрее, ну, не могу вообще. Лёнь, ну это, не вставляй, пожалуйста, а то я тебя знаю. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.